Поменяется ли что-либо сейчас? И снова я повторяю, игра работает нормально без стрима. Если у вас компьютер позволяет теми настройками, которые вы выбрали, то все будет нормально. Так, скажите, как сейчас? Стало лучше или нет? Засранцы. Да, он рубит такой. Ну тут кирка универсальный инструмент, который, которым можно делать все, и машины рубить, и деревья, и камни, и так далее. Works Must Die — это игра, построена вокруг, то есть, ловушек и так далее, и волн баги всяких. Тут же игра построена вокруг, во-первых, защиты, во-вторых, дополнительных задач, третий именно в ММО аспектах, каких-то прокачки персонажа, убор нового. Это RPG аспект, ММО, во-первых. Ну, а да, тогда это... Защита от зомби а-ля Left 4 Dead с элементами прокачки строительства, да, как в каком-нибудь там арке, например. Опять же, я буду тратить много раз, но если вы будете идти просто на обум, вы походите стеной в виде очень сильных врагов, и вам придется продумывать ваши действия, либо упасть кому-то на хвост. Более крутому, чем вы, и быть балластным. У каждого из персонажей есть свои способности, бонусы и так далее. Сейчас... Так, стрим лагал, я не знаю, наверное, на... Дивижене. Игра, по-моему, есть все возможные ресурсы, только может достать. Сейчас попробую, наверное, после этого раунда перезапустить игру. Должно помочь. Но это не точно. Сейчас мы играем с Мисс Вейли, она самая начальная и не требует усилий. Не самая начальная, вторая десятина, да. Из 10 квестов. Что, 20 секунд? Победа близка. Соло можно, но контент, чем дальше идет, он заточен под пальцем. Да, чинить можно. Дополнительное задание выполнено. Отличная работа. Ничего прекраснее. Эй, пусть кто-нибудь запечатлеет это на холсте. Удачи, Ларс. Пусть тебя ведет верховный бог Олимпа. Он всегда приглядывает. Победа! Йоу, что это? Машина улетела. Ад. Командный счет. 14 тысяч ништяков. Надо пробовать другого персонажа. Под командира получен. О, дадут ништяков для прокачки. Еще до попыт. Больше опыта, бога опыта. И, конечно же, горы лута.
Сереж, давай с нами раз играешь. Соберем команду. Так, продолжить. Возвращаемся на базу. Чем вы тут занимаетесь? Мочим зомби. Так, награда добычи 4 уровня. Персонал. Выживший, поселившийся на вашей главной базе, и можно больше выживших получить. И немножко экспулечки. Всякое разное. Лучик! Вокруг этого вашего щита какие-то неожиданные облачные феномены. О. Похоже, он дестабилизирует бурю. Теперь пока я умею ставить хилку. Пока эта ваша штука работает, вы сможете изучить окрестности. Фу, это наводит меня на мысль. И меня тоже. Это не соревнование, Ларс. Справедливо, маленький робот. Ты первая. Так, окей, попробую ребутнуть игру. Если штормовой щит мешает буре... На всякий случай. Сейчас вернемся. Такая анимация во многих играх. Вот Dauntless, новая игра про охоту на монстров. В Crowfall такая же анимация, графика и так далее. Но почему-то именно у русских она вызывает ассоциацию с детскими играми. Такая уж тут графика, да? Она просто стилизована подобным образом. Так, награды. Награды за день первый, и мне дадут опыта. Эпическая награда через 2 недели нас ждет. Ой, и ламу подогнали. Я думаю, самое время открыть ламу. Мне нужно покупать, да, минимальный стоит 1200, по-моему. Вот да. Тот комплект, который есть у меня. Во. Это в самый раз. Это местные лутбоксы. Но не побей ламу. Ага. О, подогнали редкого врача и эпик монет основателя. Классно. Все, задобрили лутом. А, так, окей. У нас новое очко навыков, надо какое-нибудь потратить. Исследователь, бла-бла-бла. Тут пока нет выбора, выбор будет дальше. У нас еще есть очки навыков, да? Есть, так, отлично. Вот сейчас нажми на карту. Так, размер рюкзака или хранилище штурмового щита. В чем разница? Точнее, что за хранилище штурмового щита? Это твоя личная база. Размер рюкзака. Рюкзак в игре который? Спрячь, да. Игорь, нажми на карту и потом нажми escape. Сейчас, погоди, мне тут дали поинтов, я покачаться решил. Нажми на карту, нажми escape. Нажал на карту, нажал escape. Нажал, вот вся карта, да. Это вот все, есть... что осталось на земле. Последняя плод земли. Тут видишь, мы сейчас находимся в бригете 1.15. Потом есть 40-70, 15-46 и 70-100. Это все уровни. И ты понимаешь, что есть еще куда расти. Это маленький кусочек планеты. Не, ну это прикольно. То есть, если везде будут свои разные миссии, разные локации, то классно, что все это нарисовали. Все это сделано. Это прям not bad. Так, мы же боремся с туманом. Надо тебе пати кинуть. Ты вышел? Пригласить группу. Пригласить группу. Лол. Чё? Я не могу миссию выбирать. Мы в пати? Даже карту... мы в пати, но я даже карту не могу открыть. Он меня выкинул на огромную карту мира. Классно. Забыл. Я АПЛ, поэтому понятное дело, что я выбираю оборона щита. Сир, заглядывай в Discord к нам. Напиши. Кто у нас там играет из чата? Ну, Сир вот еще есть. Еще у меня чуваки есть, которые в друзьях играют, но я не знаю, смотрят они нас, не смотрят. Она будет фри-ту-плей. Вроде как на релизе она будет фри-ту-плей. Сейчас типа ранний доступ. Знаете, как было с Парагоном, да, как он выходил тоже от Epic Games? Но типа релиз будет еще только в 2018 году, поэтому пока только платно. Так вот, пока что меня интересует вопрос, как повысить звездность персонажа. Это не так, а как мне вот как выбрать персонажа больше интересно? Почему нажми герой, и потом главный герой. Во. Просто выбери. У нас Сир вроде за мужика играет, да? Ну-ка.
Я потерял, где лобби? Может быть, Сир знает, как его поднять на звездности. А, там прокачивать его можно, я это видел. В арсенал заходишь, все герои, выбираешь персонажа. А, не, и не, его все, повысить все. Уровень. Я вижу. Мне нужна что? Мне нужен чистый дождь в размере 10 штук. Вау. О, исследования. Открылись еще исследования. Улучшение атаки, улучшение стойкости, видимо, здоровья, сопротивляемость. Техника. А техника? Что такое? Давайте атаку повысим. Еще атаку. Все, закончились очки исследователя. Недолго музыка играла. Дерево навыков тоже нет поинтов. Топ-1 накоплен, да? Нет? Нет. Так, выжившие, то есть тут есть... О, кстати, у меня какой-то еще редкий выживший появился на доп. А где их поставить, блин? Поставить отряды, отряды выживших. О, выживших. Тут отряд, можно, кстати, отправить отряды на всякие миссии. Типа, добудь мне дерево там через 4 часа. И что это нам даст? Дерево. Mm-hmm. То есть, логично. Вот заходишь в отряды, потом отряды экспедиции, вот сейчас у меня, допустим, парень, он мне должен привезти через, по-моему, 38 минут дерево. 8 секунд. Так, нас все еще трое, а что, не будет с нами четвертого? Здорово, Ферри. Уже играем, да? Ну да, грузим. Создайте штормовой щит. Выполните миссии, улучшайте и защищайте. Вот, штурмовой щит, это, короче, твоя личная база. Изначально ты там появляешься один, но лучше кого-нибудь искать. Способ расширить щит. Он не вполне безопасен, но мы справимся. Так, это же мой щит, который я уже строил. Ну вот, сейчас мы будем его расширять. Вообще-то это практически бомба. Для этого тебе потребуется его активировать, но пока ты не делаешь, дай-ка мне Алло. Не то, чтобы я жаловалась. В общем, это улучшение может нас всех убить. Но ясно, мы не можем собирать ресурсы на поебать. Лол. Так, дождите. О, отлично. Там сабах, окей, сейчас перетащу. И строить не могу. А, нельзя построить без разрешения от владельца. А где мне тебе его дать? Серый, я тебя не вижу на голосовых каналах. Где ты есть? Прыгни на любой, там, на Free Channel, например. Ключики, сейчас, сейчас вроде не лагает, да? А, ключиков нет, не будет. Увы. Разреши, вон, механик пишет, разреши внутри в терминале. Окей, сейчас. Так, меню. Так, попросить помощь в следующей обороне. Думаю, это не то. Только следующую мне. А, вот склад. Склад защитники, защитники. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Непонятно нифига. Ну, тогда построю еще вот здесь вот заграждение. Где я стою? Вот здесь вот. Вот такое же, как здесь. Не-не-не, вот такое же, с заборчиками, вот с такими же. Чего? Я тебя не понял. А, забор, заборчики. Они будут перед этим, вот отсюда. А вы не можете редактировать мои? Нет. Не, механик говорит, что нужно поставить. Пропустил. А напиши ему точное месторасположение механика. Не-не-не, вот так же линию наземных плит. И заборщики вот здесь вот. Так, я тебя не понял. Какие заборчики? Так, вот такие заборчики я поставил. Нет, вот смотри, вот видишь вот. Ну. Вот эту линию. Вот такую же сделай, только вот здесь вот, прямо около этого спуска. Недалеко вот здесь вот прям. Потому пол? Что они будут идти. Пол в смысле вот сделать отсюда. Или что ты имеешь в виду? А, вот пол и потом заборчики вот здесь вот около него. Ты мог сказать, что надо сделать пол? Я говорю, просто пол. Не-не, это уж далеко. Надо было прям здесь вот ставить.
Ну хотя ты можешь поставить здесь вот ловушки, а здесь именно забор. Забор вот здесь. Вот. Где? На этих плитах. Вот. На первых? Да-да-да. Давай. Так. Нужно удалить первые две. В терминале доступные действия, пишет тебе. Нет, постройки, которые ты строишь на своей базе, они остаются. Тебе периодически нужно будет расширять щит. То есть чем ты больше ты занимаешься, тем круче твоя база становится. Так, меню не здесь, что ли? Я пишу в терминале допустимые действия. Ну вот терминал. Тут щит, склад, защитники есть. Где допустимые действия? А, вот еще терминал есть. 4. Так они одинаковые. Вот, возможно, по помощи нельзя. В обороне я не могу. Короче, неважно, допускаем. Отобьемся. Так. Активировать. У меня даже кнопки активировать щит нет пока. А, и надо еще укрепление построить. Миссия. Да, миссия не выполнена. Ага. Типичный или... Справа от надписи штормовой щит. Что такое? Хаски тупые, они будут подходить прямо вот сюда, и их будет убить неудобно. Ну, можно убрать. Не убирай, уже все поставил. Так. Я пишу справа от надписи штурмовой щит. Щит допустимые действия. А, вот это. Слышишь звук, сделал. Где клавиш, потому что она механическая. Сделал. Вот, теперь можно собирать. Все, вперед. Так, это что это за ресурс поставил? Так, крепление на востоке. Мы на востоке. Все понятно. Не-не, на запад у тебя. Да, надо идти с другой стороны. Пока что. Не-не-не. А не. Че, не. Ну ладно, ладно. То точно надо поставить здесь. Ставь. Все, ставлю. Не путай меня, да, в терминале штормового щита. Поиграться в Майнкрафтик. Печи закончились. Ладно, черт с ними, я открываю. Давай. Так, расширить щит. Это, видимо, оно, да? Угу. Поехали. Ну, зря ломаешь. Там Сирти зашел, вон вижу, Сира притащил. Привет. Механик, раз тоже играешь, гоу к нам в Дискорд. На следующий миссии тебя возьмем. Не хватает. Четвертого не хватает, да. Поиск помощи. Он на работе. Окей. Дожди. Да, конечно, нет. 6 часов уже в Москве. Сохранить всем, кто строил? Нет, они сейчас находятся типа как в моем лобби, да? Я на это уже отвечал. То есть сохраняется только для меня. Ну да, у каждого щит свой. Это наш Глухоград. Жаль, но... А сейчас самое поберем снайперку. Here we go! Shield power increasing. Первая волна через 30 секунд.
Так, то есть нападать сейчас будут с двух сторон, с запада и с востока. А нет, с юга только. Пока что получше. Так, а что у тебя за скилл? Рашер, я понял. Где ПВП, где ПК? Акстись, о! Новый враг. Бихайв пускает в ход пчел. В ставке и как-то сборный лонс. Он туда оружие уже будет дамили. Можно скорость атаки качать? Как-то он слишком медленно катаной машет. Это тебе нужно играть именно... Ниндзя? Да, у меня такого есть. Сейчас нету. Способности. Рейд, точнее. Дефтс пока не снесут, нет, по времени. Задепчится. Либо, если они у нее уничтожат, то все, ты проиграл. Все, удаляешь игру. База сломана. По-моему, и также он без бонуса не дали. 80% КП сюда. Ну да, вот вся проблема это именно из этого шторма, из этого, который появился неожиданно. Похоже, у нас перерыв. Скоро еще одна волна. Победка. Готовьтесь к нападению с запада. Передать команду? Увы, но нет. Так, теперь запад. Я думаю, зомби тебя скушают. Человек человеку волк, а зомби, как говорится, да? Зачем зомби нужен ты? Если у них есть другие зомби. Не, механик, у меня уже игра по один дальше, чем мой. Так что мне тут один делать надо будет. Лобби! То есть не перевели на русский. Ага. Ну, видимо, еще процесс приличная часть перевода. Гендер, хочет сказать Гендер-Джахни, но особо бить не по кому. Эй, давайте. Зарашим. Да, я его забыл, то, что мы играем за некого команда, который готовит все приказы. Блин, ты говоришь все тише и тише. Я все тише игру делаю, все равно все тише говоришь. Что с тобой не я так органично? Я не знаю, Игорь. Ты прям скоро вообще этот будешь шепотом говорить. Я говорю... Все, так, слушай, кто-то напал на базу, нет? Нет. А, там это, там баба. Там лобер. Тут лобер. Ладно, убьете его, я так на запад. Хорошо, что это лобер, это лобер. Или теперь прозрачно. Мужичок с катаной.
Блин. У меня сломалась моя базука. Жаль, она была вроде неплоха. Да, и здесь есть крафт. То есть любые пушки можно скрафтить, если у вас есть подходящий рюкзак. Ну, судя по тому, что они не чинятся, то, то пушки менять придется часто, да? Нет, скорее всего, есть какой-то трейд, держу, я мало еще вижу, когда не было особо времени. Ты же показывал, сколько там склов, там или склов. Даже... Пришло уже, чтобы у тебя только первое доска изучения, а там еще три. Каждая больше следующая. Сейчас получается 6 уровня, да? И сколько ты часов наиграл уже? Он сырва аж 8. Нет. 16 000. Поехали. От команды. Нужно больше опыта. Ох уж это мода заваливать лутом. Еще и с долгими анимациями сидишь, конечно, типа радуешься, но типа сколько, сколько можно. Окей. Почти вся анимация пропускается эскейпом. О! Дали двух красных лам. Хорош. Побьем их немного. Вы чувствуете силу этого щита? Мне аж не по себе. Баксы. Поинта. Так, сейчас. Надо вкачать навык. Вкачать навык. А почему дальше закрыто? То есть, видимо, надо и то, что ли, вкачать, да? Определенные условия. Да, окей. Я думал, тут, типа, на выбор. Не дают и то вкачать. Так, исследование. Тут поинтов. 7. А, они накапливаются в час? Да, сколько там у тебя написано, сколько у тебя сейчас будет накапливаться. Окей. Так, ресурсы, понятно. А, во, где там наши ламы. Вот. Чтобы пропустить анимацию ламы, просто нажми LKM. Видишь анимацию какую-то. Fallout Shelter. Лама с значком стрелки может при ударе себя улучшить. Если ударяешь, она хоп, потом становится серебряный. Или золотой. И ценил. Будет потом. Лама с улучшением. Это тоже шанс. Пожалуй, покоплю на крутую ламу. Окей, погнали в следующую миссию. Тренировка героя. Повысить уровень героя. Так, чё? Повысить уровень героя. Так, кого повысить? Девочку? Мне девочка, кстати, больше понравилась. Строитель, я не понял, давайте повысим девочку. Повысить. О, да, вот в игре есть магазин, от которого подаются вот эти вот V-баксы, за которые вы покупаете ламу. Короче, можете затариться бустерами и начать тащить еще быстрее, активнее и сильнее. Но благо тут нету PvP, поэтому в принципе без разницы. Так, и... улучшено. Улучшить оружие. Так, оружие, пушку. Улучшить пушку. Хочу снайперку. Рарную снайперку. Давайте ее улучшим. Мне все равно ее пока нет, я не могу ее скрафтить, но она уже будет улучшенная. Как скрафчу, будет крутая снайперка. Изи. А вот, и как раз дали... Здесь теперь так просторно? Для нее шмоток. Спаситель выжил уже в ходе успешной выполнения миссии. Окей. Каждая жизнь бесценна. Так, а покрафтить прямо сейчас я где-нибудь могу, арсенал? Ресурсы, чертежи. Только в игре, по-моему. Где тебя скрафтить? Черт возьми. Так, основной герой. Все, берем бонус отряда. Это все, видимо, качается. Процесс тут, в общем, неплохо так. Система прокачки сделали адовую просто. Куча основных героев. Какие-то герои с бонусами, герои-защитники, герои-лекари, герои-выжившие...
Просто ветка исследователей одна. Дерево навыков, дерево исследователя, мать его. Просто тут сидишь, думаешь, вот, собственно, весь магазин, да, где можно купить наборы. Ну да, это, то есть, да, у тебя есть... Улучшалки доступны. Ветка первого тира, второго, третьего, четвертого. И V-баксы. 10 тысяч V-баксов. Еще, то есть 13,5 тысяч V-баксов за 5 тысяч рублей. Ну, такие цены. Демократичненько. В скобочках нет. Лады, погнали. Так, ВВП не для выбора. Если в игре есть нормальный PvE контент, скучно не будет. Это игра в Steam? Нет, это игра в Epic Games Launcher от Epic Games. В Steam ее, соответственно, не будет. Хотя, может быть, и до Steam доберется когда-нибудь. Так, сейчас вроде нормально все, да? Вроде, по крайней мере. Да. Не жалуюсь на лаги. Механику он правильно починили. Выгоднее повышать не оружие, а чертеж. Ну да, это логично. Да, странно, что тебе дают выбор. А по цене это одинаково? Ну, я думаю, это такой выбор для незнающих. Вы знаете, что делать. Не паниковать, не умирать. Нужно сделать просто миссию. Тебе и говорят, лучше оружие. Ну, я могу скрафтить какой-то калашник, стоп, или не могу. У тебя должны быть до него ресурсы. У тебя слева написано. Ну, вроде что-то крафтится. Ну, показаны ресурсы, их количество. То есть твое и нужное. Потому что его вроде как не хватало. Автоматическая винтовка. Все, готово, да, это она? Класс. У него, к примеру, есть легендарный пистолет, но мне на него что-то не хватает. Что-то 15. Так, кого спасти? Давай тебя спасем. О, спасибо. Изи спасение. Подошел, спас. Зачем бить зомби, когда можно просто спасти? И правда. Так. Мне бы кирпичиков. О, машин. Давайте соберем что-нибудь с машины. Найдите точку для установки циклопа. Скоростное прохождение за 2 дня. Циклопа? Спасите выживших. Да. Русский версий называется циклоп. Да. А у тебя что написано? Апос. Неплохо. Ну почти одно и то же. Почему не перевести просто Апос? Зовите Синегель. Нужно срочно Синегель искать. Погнали. У кого есть синегельчика немножко. Капельку. Цель обнаружена. Установите циклоп на точку, когда будете готовы. О, вижу синегель. Нужно камни. Доступно дополнительное задание. Рекомендуется 55 построек максимум. Вот, да, это вот. Для золотую медаль. Для тех, кто любит хардкорные ачивоньки. Установите циклоп за одной точки. Установить. Установил циклоп. Если ты ее выполнишь, ты получишь медаль, а медаль увеличивает награду сундука. Успех с первой попытки. Заправьте циклоп синегелем. Так. Заправить. Есть немножко. Погоди, у меня камни. А, все. Кстати, самый простой способ добыть камень — это ломать дома. А, дома тоже можно ломать? Да, подходишь к стенке дома и просто перегидрить на кирпой. Просто ломается все. Неплохо.
Он только мостовые не ломает. Пол, стены, потолок, лестницы и так далее. Play by to play. Чувствую себя Халк крушить какой-то. О, патронов подогнали. Может, в холодильнике есть что пожрать? В холодильнике есть патроны. Ну, тоже неплохо, в принципе. Так, а что-то нифига-то нет камней, на самом деле. В основном дерево дают. Сломай стены, камень. Ну, это деревянные стены, точнее. О, зомби. Я куда сломал церковь из камня. Похоже на камень. Да. Где все остальные выжившие? Надо бы найти, наверное, спасти кого-нибудь. Я в процессе. Сейчас тебе должны их засчитать, по идее. Засчитали? Ой-ой-ой! Блин, а чё какой больной-то? Оружие, сука, сломается. Да. Все, выжившие, больше нет в квестах. Из металла стоит. Камень пособираюсь. Это универсальная херня. Это как, блин, что там, отвертка, да, у доктора кто? Или как, чем он там все? Звуковая отвертка. Да-да-да, вот. Такая же кирка. Чего вы докопались? Вам изначально прислуживают роботы, которые летают и говорят и мысли. Технологии. Вот оно какое. На будущее. Ух ты, чему удивляться. Вы, в принципе, у вас есть огромный щит, который вас прикрывает. Чему удивляться? Цель ликвидирована. Так, ну что, погнали? Активируем. Это еще не достроено, ладно. А разница в прочности стен деревянные, каменные или железные есть? Есть, конечно. А, господи, или нет? Я уже думаю, мы превысили. Я думаю, после того, как люди видели, как улетает человек на метеошарик, теряя грузовики, вопросы должны были отпасть. Так, ладно, я, короче, активирую. Начинаем. У вас 5 секунд, чтобы передумать. Че сиськи мять? Вы справитесь, командир. Да, вот теперь что я уже повесил способность, когда что-нибудь ломаешь, целиться в синие пушки, которые появляются. Там вылетает больше урон. То есть ты быстрее сломаешь постройку. Окей. Ой, блин, с другой стороны они атакуют. Не зашли с тыла. Ну чудаки. На букву М. Киркой можно орудовать как оружие ближнего боя. Для этого даже есть специальные ветки, которые увеличивают урон. Да ты иди что-нибудь там по платформе. Один не запрыгни теперь. Нормально, запрыгнул. Двойной прыжок. Цель нейтрализована. Так,
Ядри тебя, снайпер. Fire in the hole! Ну, почти попал. Ну как, мы перерабатываем дома, чтобы построить ресурсы, господи, построить защиту для боевой операции. Нормально. Вчера откуда у него снайперка с лазерным прицелом, такую же хочу. Возможно, у него это припал. Задрот донатер. Не иначе. О, ну у Сера пистолет из набора. С прицелом. У меня-то нет. Зависть. То есть как надо использовать пушку, чтобы она ломалась так быстро? Так. Огненная женщина. О, блин, патроны закончились. Неловко. Надо крафтить немного. Что такое? Стоит там человек с оружием. Чем он стреляет? Мишки. Ну, я в основном стреляю из оружия только голову. Так бежит. Где? Уже не бежит. Ничего. Что я пожалуй поменял бы в игре, это возможность настраивать интерфейс. Ну да, он вообще поначалу выглядит прям очень перегруженным. Постепенно он в нем только разбираешься. Я бы уменьшил значки ресурсов, задач, здоровье, группы, чата, короче всего. Для 1080p он выглядит слишком громоздко. Играйте в 4К, друзья.
Да. И проблем не будет. Эй, наш фор ломает. Кто, кто где? С запада. Прикроешь? Я держусь на месте. Потом из этих потов. Прямо у туриста. Это оно мне нравится на самом деле. Я не ждал, вообще-то эту игру не следил. Буквально на днях мой Косарганаки написал, типа, го постримим, и такой. Ну го. А сегодня зашел и прям не нарадуюсь. Очень, очень драйвовая убийца. Веселый коопчик, я бы сказал, да. И при этом весьма. Весьма разнообразный. Куча миссий, огромные там ветви прокачки, куча всего, это прикольно. Я сам веселый, а если мы бы играли геймить там на уровнях 20-х в пати, то я чувствую, было бы куча полусания и оры. О том, что кто-то не делает свои удачи. Адский пот. Я не стою 2К, правильно? Потому что на 1200 стоит. Ну или сколько там, 8,5 максимальный баг. Так она и стоит 1200. Вот тебе и 1К. Я в принципе считаю все игры, которые стоят дороже третьего Ведьмака, недостойны жить, но увы. Так считаю только я. Минимальный пак, за который вы сейчас можете играть, это 1200. А остальные уже по желанию, там, супер пак, делюкс, супер-пупер делюкс. Пара трупер делюкс. В последних двух паках, там, в последнем два ключа для друга и друзей, и в предпоследнем один ключ для друга. Если шо? Может еще и своих друзей подключить. Чтоб не скучно было. Командир, первый отзыв о нас! Послушайте. Так, механик, я знаю, ты знаешь, где мне достать дождевую воду. Меня растерзают бешеные монстры в игре. Но благодаря лучику и командиру я жив. 5 звезд. 5 звезд! Нам поставь лайк. Не ожидала таких комплиментов. Разве 5 звезд. Так. Я вас уничтожу. Разберусь. И кто нас уничтожит? Простите. Что-то странное происходит с нашими метеозондами. Не, просто когда ты нажимаешь купить игру, тебя фактически перекидывает на делюкс версию. Она стоит 2К, да. Но там нужно выбрать самую простую за 1200. А точнее за 2199 рублей. Сопротивление бесполезно. Человечество — это болезнь, а мы — лекарство. Заткнись, пожалуйста. Че, погнали? Давай. Да, с твоих миссий мне дают очень-очень мало жетонов для прокачки. Сорян. Так, Арганаки, а у тебя что делает персонаж? А? Чё? Чё у тебя, ну, персонаж, в чём её фишка? Ниндзя. А, то есть милишник? Ещё какие-то гаджеты есть? Она... Какое-то охренительное количество всех бонусов персонажу. Самый бонус в том, что она прыгает 2 раза, то есть. Нажимаешь один, у неё данный прыжок. Дабл джамп. Привет, Акаки. У нее милишка хорошая, и со второго ранга у нее есть прикольный скилл, она тоже на милишку, который я хочу. Он заменяет практически что же полностью мили оружие и рейндж оружие. Место приземления находится где-то в этой зоне. Кальян отменит. Крейт. Ну, кальян вредный. Мне кажется, выбор очевиден. Так, залейте 3 капли синегеля. Задание.
Не, тут уже дело вкуса. Кому помочь? Я здесь, я готов. А ты где? Где камень? В подвале, что ли? Нет. Да нет, тут какой-то чувак орёт на помощь. Я не могу понять, где он. Мне нужен металл, а то я уже 300 металлов потратил. Только с тобой герой. Нет, насчет Каяна, вредно, не вредно, это дело вкуса, а вот именно покупать это уже такое. Если ты постоянно им пользуешься и любить детей, да, покупай. А то у меня он знакомый купил, он пользуется раз в год. Особенно о время уступит и пылиться. Нафига я сюда пришел? Где этот мудак вообще, орущий меня? Он все тоже бегает. А зачем ему вообще умирать? Живи, не умирай. Он может быть назван. Ты посмотри, где стрелочка нарисована. Фу, я умоталась. Так, и где ты? А, вон наверху. Патрон. Треть коптить. Сундук золотой. Неплохо. Там годный лут. Блин, патроны, всякая дабл джамп бы не помешал. И тебе нужно быть ниндзя, увы. Ну простите, что не ниндзя. Сочную задницу пишу. Нет такого. Я самый бомжовский пак без допчаров. Для этого ему надо было играть другим персонажем. Там многим понравилась такая пышная женщина. Поддержки. Блин, куча всякой фигни, ни одной дождевой воды. Что за бред? Что я делаю неправильно? Не, на самом деле самое интересное, что ну, идея-то, по идее, все довольно просто, да, и ты будешь вставать, нет, не хочешь, ну ладно. Но при этом весьма изящно сделано. Ой. Ну, мне понравилось то, что они обещали, когда они уносили первый раз, у нас все будет, и они от этого не отказались, все сделали. Все работают, все молодцы. Говорю, я уже всем своим знакомым скинул. Некоторые купили игру. Ты прям всем зарекомендовал, да? Некоторые купили, блин, некоторые поблагодарили, короче. Некоторые не играли. И да, игра выходит, по-моему, на Xbox One и PS4. Тоже. Да, на консолях тоже игра выходит. Отдых будет не лишним. Вот. Зомби. Я думаю, для консоли это прям вообще шикарный вариант. Любое нападение порождений бури может повредить данные. Давайте построим укрепление. Была бы у меня плойка, и я, возможно, играл бы на плойке. Может, мы узнаем, что повреждает данные. Эй, на помощь!
Где этот гребаный? Там что ли? Да, похоже на то. Вы спасли мне жизнь. Спасибо вам. Не за что. А убить тебя можно? Блин, нет. Не, он телепортируется. Его уже утащили в Нарнию. Нашел пушечку. Очень, очень опасные лестницы. Такие рискованные, так там снизу. Насколько снизу плохо все. Видимо, достаточно плохо. Прыжок! Фу! Живем. Господи, что парень делает? Что он строит? Зонт еще не приземлился, он только хрень построил. Там вон зомби уже на западе. Что бы построить? Нет, зонд еще не приземлился, и парень типа понастроил лестницы куча. 11 и 16 уже. Напиши ему, а, ты уже написал. Что он не очень умный тиммейт. И должен быть отрепорчен за это полностью. Можно с вами, да, у нас есть четвертое место. Добавляйте меня никнейм Элиот ТВ в этом в Epic Games лаунчере. Пишите, добавлю. Одно место еще есть. Так, я запустил какую-то фигню. Это просто я усиление активировал? На 2 минуты, да. То есть я 3 минуты бегал, чтобы активировать усиление на 2 минуты. Класс. Да, и которая кончится пока... Короче, ты сделал бесполезную вещь. Ну, в принципе. Буду знать. Буду знать. Зонт может сбить с травнего и ждать 15 минут не надо. Айда стрелять. Так, мне пока я, пожалуй, камень пособираю. Значит, его совсем-совсем мало. Какую-то бутылочку из камня добыл. Not bad. С пилюльками. Полетел зонт, у меня нет нормального еще. Дует. Че, куда стрелять? По зонду. А зонт это что? Огромный шар. Вижу тучу, не вижу шар. Вот где мы стоим, там огромный шар. Минутку. Где мы стоим, тут огромный шар. А, сверху который? Так, лол. Давайте собьем его. А чё, дэмэдж не идет?
А все? Надо будет отлично отцелиться. Сзади идут. Почему у них капюшоны в виде рож? Это кожа головы. Я же говорю. Они просто сняли с себя кожу? Это не зомби, это хаски. Из-за тумана у них с головы стягивает кожу, и они получаются уже в таком фрейм. Остается нам только череп и горящие желтые глаза. Бедолаги. Надо их убить, чтобы не мучились. Ну да, с рандомами все может быть просто. Один какой-то дебил может понастроить кучу всяких фигни, использовать весь лимит и все. Либо застроить всю базу всяких хреней, потом пока вы ее будете ломать, вас убьют. Но эту я зону прикрою, потому что я занимался другой. И тут пока только с одной. Да. Мы сверху отстреливаем. С рандом, со снайперок. А вы снизу. Тимплей! Мозгляки загружены. Мозгляки, мои мозгляки. А там нужно загрузить еще 10 файлов. Ну, по сути, это просто место таймера. Привет, попадал. Слушайте, и снайперки по бегущим целям. Я сколько раз даже попадал на бегу-то. А вы тут меня. Не кемпер. О. Опять начинаете. ЛС, ЛС. Главный снайперюга. MVP. Там горят в Destiny какой-то патч или что? Да, там что-то добавили. А сегодня заканчивается бетка? Или вчера уже закончилась? Ну, последний ивент там что-то был связан с хабом, с фермой. Ну, скоро и ДПК бетки недолго, а там уже и релиз подоспел. 29 августа тоже август. Когда от меня напомню, надо будет тему обновить. Что надо будет? Обновить тему про... Привет, это мусор. Ты так определился, кем ты будешь играть? Нет. Надо посмотреть, что классы. Но в целом мне вполне понравился этот... Файл успешно загружен. Агильщик. Довольно занятный класс. Хантера, что ли? Чё? Я говорю, это про Хантера. Ага. Данными полный порядок. Мне надоело быть снайпером. Буду самурайпером. Ты
топора прикольная. А нет топора, у меня пока только катана. Он медленный. Ну, вижу топор. Надо покрыть микрофон. Да. Послушайте, кстати, этот Тапик выложил видео у нас на YouTube-канале про Uncharted Lost Legacy, как он мероприятие посетил. Вот что значит нормальный микрофон. Теперь его голос слышно. Приятно слушать. Ну блин, это так все дорого стоит. Это да. Микрофон стоит как, а поход короче плотный. Ну, ну кто с чем сравнивает, в принципе. Все? Вы сохранили все файлы? Да, на более сидит Ларса. На более сложностях вот так вот не постоишь. Данные, которые вы собрали, помогут нам найти выживших и слабые места бури. Не, у персонажа помимо ХП еще и щит. Да, сначала щит спадает, ну как стандартная механика с этим щитом. Он регенится, ХП нет, но ХП можно хилки ставить, которые тебя будут хилить ХП. Проще укрепить щит. И отбегать. Поднять щиты! Так, ячейка, подобрать, что-то мне собрался открывать. Новые навыки. Улучшает техника, все понемногу. Слушай, мне вот это напоминает то, что было в Skyforge на старте. Какие-то бесконечные ветки развития, но при этом качаешь ты все. То есть это такая просто... медленно, по копеечке тебе всего добавляют. Не, смотри, вот поначалу ты будешь ты качаешься до определенного уровня, а потом уже пойдет тебе выбор. Допустим, сейчас я могу пойти качать того же вот солдата и дать ему возможность сделать его двухзвездочным. Либо я пойду качаться в ниндзю. Будет вайп. Нет, вайпов уже не будет, это уже ранний доступ. Уже все в игре, как говорится, да? И зачем вайпы? О чем вы? Люди качаются. Да. Так, защитник главной базы, возвращаемся в главную... Так, что ты мне хочешь? Подобрать. А если вот так вот? Громче, нет?
Ну, вроде да, ты просто периодически тише становишься. Так, что ты хочешь-то? Откройте пункт защитник главной базы на дереве навыков. Защитник. Тебе надо выучить, скорее всего, что-то. Ну, у меня не хватает навыков, чтобы до нее дойти, получается, да. То есть мне надо другие пока миссии проходить, получится. Которые уже проходили, что за ерунда? Ну, открой карту и выбери какую-нибудь сложную. Там же есть не только сюжетные. Сражение с бурей. Лес, камелеси, сложные. Вот тут 4 навстречу буре. Давай ее. Спрашивают, играл ли ты в Икарус? В Икарус... В русскую версию нет, только в англоязычную. Привет, как тебе игра нравится? Определенно нравится. Классная штука, классный коопчик. С друзьями развлекаться, по-моему, прям самое то. И вот если обычно коопчики быстро надоедают, тут за счет того, что постоянно ты качаешься, постоянно каким-то заваливают улучшениями, апгрейдами, новыми ветками, навыками и прочим, это может серьезно так увлечь. В облака. Мы направляемся к тебе. Не забывайте собирать весь синий гель по пути. Так держать. Крутая работа. Да, согласен. Сидел, ожидал, когда же его отпустят. Блин. Косяк, надо было дальше ставить. А можно разбирать, кстати, свои строения? Нарезы. Бей их киркой. А, ну то есть только так же? Никак иначе. Ну так ты сделай платформу и потом... Потом сделай лестницу изогнутую. Направо. Мой комплект почти на нуле! Прихлопните тролля? Какого тролля? А, ты когда берешь эти синие сферы, может появиться тролли, на которых забирает, и ты начинаешь играть в ударь крота. Спасибо. Ух ты. Стой, Эллиот, стой. Стою. Сейчас покажу бабу. Которая мне многим понравилась. О боже мой. Вот это секс. Это который из трейлеров, да? Которая с молотом раздавала всем леща. Нормас, хочу такую. Есть за что ухватиться. Она еще и строитель. Да, Эллиот играет за бабу с солдата. Ее активная способность это, по-моему, бросок. Граната. Да, двух. Потом кулдаун. Она будет в фитоплей, будет, но где-то через год. Еще и в игре есть, помимо солдата, вот строитель, ассасин и кинетик. Так, я нашел машину. Я умоталась. Кинетики это некое подобие трейсера. Бегуны? Ловкачи? Ну да, у них есть два телепорта и возможность ставить турельку Теслу. Постройте укрепление вокруг фургона. Щелкните выключателем, когда будете готовы. Чем еще пол нужен, кроме того, чтобы на нем... Ой, что это за фигня? А. Нет, ставишь ловушку. Злобные пчелки.
Как там в старой сказке? Это пол. Ух ты, что я могу поставить? Ты решил запустить ту же самую миссию или более сложную? Ну, она 4 звезды, я не знаю, писал. А, все, вижу, лимит есть. Что есть? Лимит есть. Все. Решил просто запустить любую миссию, чтобы вкачаться. И не было других целей. Еще и энергия нужна, честь. Нормальная женщина в теле, в самом расцвете сил. Это немного мне стиль начинает прокачки персы до прокачки пушки. Пушек, перков, да, все так. Выглядит все это весьма годно. Нужно больше. Реально, просто знаю, какие выходят в последнее время ранние доступы. Это похоже на игру. Внезапно. И это уже подкупает само по себе. Но проблемы были только на самом-самом стапе, то есть 21 числа, да и то, они уже исчезли. Защищайте фургон. Какие были проблемы? Лагали северо. То есть сервера, ламы, поиск друзей, выдача фонов друзьям на игру. Ну это по сути был релиз. Я не понял, в чем прикол сегодняшнего релиза, да? Потому что 21-го пускали всех, кто сделал предзаказ, сегодня пускали всех, кто, ну, купил набор. Нет, официальный запуск раннего доступа 25 числа. Ну, типа сегодня, да. А 21-го, да, то, что было. А те, кто делал предзаказ... Ранний доступ к раннему доступу. Ядрить, коптить просто. Да, они играли на 4 дня раньше. Это прям маркетинг от бога. Че только не придумывают эти чуваки. Ну, типа, хочешь играть там? Заплати нам денежку, мы тебя пустим раньше. Да, хочешь... Заплати такую же денежку, и мы тебя пустим позже. Если ты заплатишь, чуть-чуть попозже. Ну ладно. В принципе, это логично. Если все равно покупаешь игру, зачем тебе ждать? Не, логично-то логично. Но если они могли для всех допустить 21-го, то этот, допустить 25-го, для некоторых это тупо маркетинг. Не более возможно, того. Возможно, кто-то надеялся, что 25-го будет скидки, поэтому не брал 21-го. Угу. Наивненько, наивненько. Вот, можешь посмотреть. У этих, у технарей, у них вот такая вот способность. Ставится у такая вот хрени, и она дает дополнительную защиту постройки в определенном радиусе. Эх, сломалась моя катана. Чем теперь нарезать-то? Ами. Фист. Буря разгулялась. 30 seconds to go. Hang in there. Пора пугают эти прям переходы между русским и английским. Одна фраза на русском, потом сразу на английском. Ты думаешь, че? Че? Я вам тут сделал небольшой балкончик кемпером. Идите, становитесь, да. Здесь лейте. Хай-тек заботочек. С своими полями. Дополнительное задание выполнено.
Снегель закончился. Думаю, нам понадобится еще есть немного синегеля. Залейте синегель и приготовьте его. Интересно, а я могу поставить больше одной? Щелкните выключателем, когда будете готовы. You don't have any blue glow to deposit. Не могу. Посмотрите новые данные о буре. Да, нет, не могу. Активируйте процедуру запуска, когда будете готовы. Защищайте фургон. А мы с гляки нападают. Вот задание. Это что такое? Это хрень, которая создает защитные поле в Украине. Типа усиленные? Да. Not bad. Радиус, конечно, так себе. Ну, главное, центральный защитить. Так. Ты где? Ну, возможно, можно ее расширить. Может быть, да, там с прокачкой перков какой-нибудь расширяется. Например. Если что, ты один охраняешь базу. А вы что делаете? Мы по точкам. Ну и потому что если вдруг кто-нибудь пройдет, то ты там один. Ну я слежу, да. За периметром. А почему он на 2011 год? Чё-чё? Ну, пишет. 2011? Не знаю. Да. Поясни. Все больше и больше нравится эта игрушка. Весьма приятно убивать зомбариков. Победка. Запуск через 3, 2, 1. Поехали! Рос лагерь, нет, это не Team Fortress. Дополнительное задание выполнено. Отличная это работа. Такой Left 4 Dead скорее с арком смешанный. Пусть кто-нибудь запечатлеет это на холсте. Что-то в этом духе. Ну или с Майнкрафтом, кому как больше нравится. Игру все, как только был запуск, в чате все сравнивали игру с Borderlands. Ну, по стилю, да, графония похожая, правда. Кто у нас тут? Так, через 15 минут у нас уже стрим Albion Online. Мне кажется,
пора заканчивать. Учитывая, там еще могут быть очереди. Надо проверить. Да. Ты пойдешь с нами в Альбион или спать? А чего вы там будете делать? Не знаю. Побегаем. У меня тир слишком. Вот это ты еще не оделся? Не могу. У меня же был аккаунт, а не свой. А, окей. Так, пехотинец новичок. Хватает мне поинтов? Не хватает. Ладно, блин. Почему-то меня, не знаю, из-за того, что мы в патче, что ли, качались, почему должна была к этой миссии мне уже хватать очков? Почему-то не хватает. Это даже странно. Не знаю, у нас даже есть Steam Boost. Вот, не знаю, кто как. Друзья, ну в таком случае Sport. На этом на сегодня все. Я думаю, что мы к нему еще вернемся. Мне вполне понравилось. Концепция, она простая, вот действительно, но чем-то подкупает. Определенно я готов ее рекомендовать тем, кто хотят порубиться с друзьяшками, да, в коопе. Я думаю, это вполне себе весело и гораздо веселее, чем многие другие коопы, потому что всегда вот возникает там проблема, да, собрались во что бы такое поиграть. В это, я думаю, можно будет играть приличное количество времени уже. Это прикольно, потому что сейчас ранний доступ, то есть игра еще будет допиливаться, но уже сейчас обилие контента меня радует. Fortnite будет free-to-play? Да, будет, но еще не скоро, в 2016 году, поэтому пока только за деньги. Так, всем спасибо, через 15 минут, надеюсь, сейчас проверю очередь, увидимся на стриме Albion Online со мной, с Арганаки, с Хидео, да, Арганаки с нами не пойдет. Займемся чем-нибудь, посмотрим, надо тоже, обещал вернуться к Albion'у, вернемся. Завтра, кстати, ивент по Albion'у тоже интересно спланирован, но с Fortnite на этом все, спасибо всем, до встречи на следующих стримах Fortnite.